Давид Маркович. С понедельника по четверг. Всем сидеть, я Гоцман. Стволы на пол, живо. Он легенда уголовного сыска послевоенной Одессы. А тебя правда пуля не берет? Так я быстро беру. Вы знаете, кто позвонил? С утра был подполковник. А где ваша семья? Нету. Его имя заставляет дрожать весь преступный мир города. Лично каждого второго из вас задушу. Не по закону. Не по закону, но по душе. А там пусто. Ну, ты же не окно в женской бане. Зачем в тебе дырка? Чтобы раскрыть преступление, он не брезгует жесткими методами. Так же ж нельзя! Не оборачивайся! Я жертва! Я такая жертва! Кто еще был? Кто еще был в доме? Не зли люди. Ты что мне угрожаешь? Дальше будет все не по-людски. Интересно, очень интересно. Ну не сука ты, Гоцман. Опасно вести расследование, когда враг скрывается за спиной. Ну что скажешь? Шикарно ваш секрет, гражданин начальник. Владимир Машков, Сергей Маковецкий и Михаил Пореченков в многосерийном фильме «Ликвидация» с понедельника по четверг на ТВ Рус.